Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, какие подсказки дадут нам карты на события ближайшего времени. Неделя не такой большой срок. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же будут. У нас сегодня две колоды. Одна из них, как ответ у ангелов, спросить у ангелов, нам рекомендуют, и мы откроем эту карту в самом конце. А наши традиционные вопросы мы зададим колоде карт, колоде иллюминатов. Очень красивая прорисовка карт. Построена она на символике. И первая карта, которую мы достанем, что для вас важно знать? Какие энергии будут преобладать на этой неделе или сфера жизни? Чему придется уделять внимание больше? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, каким энергиям или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто от весов? Может быть, и кто-то скрывает, может быть, и вы чего-то не замечаете. Дела, работа, бизнес, документы, контракты, соглашения, учеба. Все, что полагается, то, что с рационализмом связано. Энергия денег, финансы, личная жизнь. И что же для вас будет важно? Семерка жезлов. По семерке жезлов это, с одной стороны, карта соревнования, но вот в этой колоде, обратите внимание, наш человек, персонаж изображенный, он как находится на вершине арки, а арка еще и вдобавок на вершине горы. И есть такое значение, ваша позиция, вы словно выше всех. И кто знает, может быть, действительно, некоторое дистанцирование для вас будет полезным. Почему? Потому что человек, словно даже показано, да, занес жезл, он готов парировать вот всем тем шести жезлам, которые как будто его пытаются достать или к чему-то приобщить, к какому-то вопросу, или пытаются спорить. Так вот, карта говорит, что перед тем, как откликаться, как будто, да, у тебя хватит сил, но вопрос, а надо ли кому-то парировать? А надо ли во что-то ввязываться? А нужно ли на что-то соглашаться? Вот для вас основная тема, что важно знать на этой неделе. Чего не избежать? Да тут ни во что нельзя ввязываться, мои дорогие весы. Тут самое главное, какую-то свою линию. Солнце ваше на кону. Карта выбора правильного направления. Вы не можете здесь словно прогнуться. Вы не можете быть для всех удобными. Вы не можете тратить деньги, кстати, на кого-то или, знаете, до бесконечности кому-то помогать. Вы не можете тратить свои силы, свое время. Время для самого себя. У вас что-то важное на кону. И карта Солнца выбора правильного направления, и это будет проигрываться какая-то история в течение минимум полгода последующих, а то и больше. Потом она перетечет в другую, более продолжительную какую-то историю. Но вы с чем-то определяетесь не только на этой неделе, а именно на последующие месяцы. И для вас это как основа всего. Поэтому нет, вы и только вы. Да, это карта нашего собственного эго. Но, видимо, это в неожиданностях, как возможность какая-то на этой неделе. А, видимо... По семерке жезлов вдруг вас кто-то может вспомнить и захотеть с вами общаться, отнимая вас, отрывая от каких-то ваших занятий, дел или от ваших планов, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас срочно будет требовать кто-то вашей помощи или участия в каком-то деле. И я вам хочу сказать, семерка жезлов нам всегда говорят, люди справятся сами, без вашего участия. И где-то это в позиции, что важно знать. У вас на кону, опять же повторюсь, ваше солнце. Чему сейчас не время? Все то, что я только что сказала, мои дорогие, десятка жезлов. Человек, буквально, обратите внимание, в этой колоде карт. Цвета имеют значение. Нам показан человек, который прилично одет. И по какой-то причине он тянет вот эту вязанку жезлов
какой-то облезлой башне. Да он не видит этой башни. Он вообще ничего не видит. Он его согнуло под этими жезлами. А мы говорим, человек прилично одет. Обратите внимание, цвета в этой колоде, как я уже сказала, имеют значение. Так вот, красного цвета у него, ну, как головной убор, да, он синий, но именно то, что примыкает к вискам, голове, красного цвета. Пояс, то, что голова, это как мысль наша, это как не совсем шаблонное сознание, а это имеется в виду интеллект. Дальше пояс красный. И в районе живота. Живот – это не что иное, но где-то олицетворение жизни вообще. И штиблеты красные – это наше движение, активность. Так вот, куда мы должны двигаться? Куда зовет наш интеллект? И где для нас какой-то жизнеспособный план? Я так в целом скажу. И если бы он бросил вот эту вязанку жезлов, он бы, скорее всего, развернулся и вот так руки отряхнул и сказал: «Да ну его, зачем я сюда шел?» Не время нагружать себя какими-то обязанностями, которые может сделать и должен даже сделать кто-то другой. Не пытайтесь даже в лучших каких-то побуждениях и с желания помочь. Может быть, вы ведь не знаете, не нарушайте ход каких-то космических судьбоносных фишек. Если человеку выпало решить какой-то вопрос, это не случайно. Он должен решить его сам. Он должен какой-то свой опыт наработать. Понятно? Иногда это может быть связано с кем-то из наших близких. Или, может быть, вы над кем-то взяли шефство. Но вы не можете быть жилеткой или постоянно каким-то буфером для человека. У вас вы сами на кону на этой неделе. А что вам будет помогать? С одной стороны, вот такие энергии, которые идут по королеве жезлов, хотя, может быть, я не исключаю, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, хотя я не очень, ну, так привязываюсь к гороскопам или знакам зодиака в еженедельном прогнозе. Но, тем не менее, это у нас Овен, Лев, Стрелец. Может быть, есть такой человек. Или он имеет асцендента, кто знает, может быть, и по Луне. И человек часто этого сам не знает. Проходят люди, которые имеют прочную позицию, и они достаточно немногословны. Вы никогда не узнаете, что человек думает, какие планы он строит. Черный кот на коленях у нашей королевы. И это та тайна, которую она никому не расскажет. Поэтому где-то эти энергии вам помогают. Можно воспринимать, мы ведь спросили как совет уже, что вам помогает. Да, может помочь конкретная персона, но это та персона, которая умеет работать с информацией, которая умеет о себе ничего не рассказать, которая умеет всех выслушать и никому ничего не пообещать раньше времени, которая умеет правильно распорядиться с деньгами. Или когда вашего участия, ну, словно ждут по другим каким-то вопросам, и королеву жезлов сделала такой жизнь. Не она сама, просто по своему велению стала в таких энергиях. Она часто доверялась, и жизнь ее не раз ставила на колени, но она каждый раз подымалась. И вот теперь, видимо, пройдя не единожды какой-то сложный путь проб и ошибок, она теперь решила, что нет, теперь я сохраняю себя. Поэтому вот этот магнетизм, с этим человеком хочется общаться, но она сохраняет. А вот то, что вы от нее ничего не узнаете, или кто-то другой не должен узнать о вас, вот это все то, что в целом вам помогает. Что скрыто? Ну, тут какая-то любовь, может быть, то с кубков, хотя у кого-то может проиграться с учетом солнца радость, какое-то счастливое событие. Здесь может быть и событие более знаменательное, если вы еще полшага в тень уйдете, словно раз вам помогает королева жезлов или ее энергия. Никому ничего не скажете, как минимум на этой неделе, но вот именно какую-то свою стратегию продумаете. Может быть, вам где-то и говорят, что если ты словно не предвосхищаешь что-то, как молчание помогает, так и правильный расчет, просчет своих собственных действий, то тогда какой-то твой план определенно точно не просто получится,
а принесет и прибыль, принесет и радость, принесет и чувство наполненности или какое-то счастливое событие, мои дорогие, произойдет. И это как будто скрыто. И карта, с другой стороны, может давать и совет. У тебя действительно может быть какое-то счастливое событие на этой неделе. Молчи. О своей радости никому не говори. Наоборот, сохраняй нейтралитет. Чтобы люди не могли считывать, ну, какой-то ваш восторг или какую-то вашу радость. Оставайтесь в ровных эмоциях, потому что вам это где-то будет дважды, трижды помогать. И тогда, может быть, когда вы совершенно непроницаемы для окружающих, но очень проницательны сами по себе, то тогда для вас это усиливает позиции. Дела, работа, бизнес. А вот вы должны выйти из какого-то двойственного состояния, вы должны с чем-то определиться. И как будто на этой неделе, ну, обстановка какая-то может начать проясняться. Или вы для себя тоже можете что-то прояснить. Правда, у вас на этой неделе происходит, ну как, или информация приходит, или возможность приходит, или какое-то дело, которым вы занимались, может быть, у кого-то личное творчество, у кого-то, ну, какой-то прогресс по работе, так или иначе, или, может быть, даже по финансам, тут по-разному может быть. И вы словно можете переориентироваться на какое-то определенное направление. Вот у вас что-то на кону, как выбор может стоять. И выбор вам этот нужно сделать. И сделать это нужно самостоятельно. Никому ничего не говоря. Я себе много не рассказываю. И на кону солнце, а внизу как будто выбор. Не может быть какой-то двойственной для вас внутри ситуации. Вы для себя что-то должны знать или определять совершенно четко. Пятерка жезлов вам выпадает на деньги, и это карта информационного хаоса. И здесь вот у нас как спор может быть, или какая-то, ну, неразбериха, да, или где-то вас могут вызывать на конфликт, поэтому уходите от всех конфликтов, уходите в какой-то нейтралитет, не дайте себя втянуть в какое-то дело, понимаете, для вас это важно, потому что, опять же, солнце. И ведь этот аркан, он вам выпадает, это будет проигрываться активно недели три, поэтому какая-то ситуация будет дальше развиваться. Но если мы на деньги, вас действительно могут, мои дорогие весы, словно втягивать в какие-то покупки, может быть, или вложиться куда-то, или могут быть какие-то предложения, может быть, вам красиво что-то пафосно обещают, а вверху у нас 10 жезлов как раз над позицией на деньги, и нам говорят, брось эти 10 жезлов, брось какие-то обязательства. Поэтому в обязательства или в покупки, но не на этой неделе. И вроде как и деньги-то есть, и деньги будут, но не время их тратить. Тут нужно еще с чем-то разобраться. Кто знает, мои дорогие, может быть, вам придется куда-то отправиться. Иногда по двойке жезлов будет как выбор не просто направления, а еще и конкретного направления в географии, будем говорить, или в вашей личной истории. И деньги могут быть нужны завтра. А кто-то на вас может давлеть к тому, чтобы вы потратились или помогли кому-то сегодня. Для кого-то из вас карта солнца будет означать, что вы будете что-то изучать. И тогда инвестировать придется в себя. Поэтому деньги, ну, с любых позиций, они как будто вам важны и нужны на последующий период. Точно. Помимо карты солнца, посмотрите, у вас еще и карта колесницы. Вы на пороге последующих перемен. Правда, то, что происходит на этой неделе, вы не видите, что будет развиваться и происходить как минимум до окончания осени. И это будет на вас как новые возможности. Нам говорят, по аркану колесница, не оглядывайся назад. Поэтому, если мы начинали с вами с семерки жезлов, у вас и не должно быть каких-то ненужных обязательств, в которых вы будете как в кандалах, мои дорогие. Может быть, у кого-то это по части личной жизни или какой-то прежней истории. Для кого-то может проиграться, для людей семейной, когда вы семьей куда-то можете переезжать. Или, может быть, это вы переезжаете, как, или у вас в последующем, может быть, внезапный так вот поворот событий или обстоятельств. Меня смотрят люди из разных стран вокруг вас, и тогда все равно какой-то
Ну, как перемещение, может быть, вам придется делать или разузнать, да, или, может быть, релокация офиса, или, повторюсь, обстановка. Но колесница – это всегда перемены, поэтому где-то быть готовым к неожиданностям и оттолкнемся сами от себя. Вот все карты нам где-то говорят об этом. Встречайте все новое, что приходит на ваш порог. Карта дает такой сразу же совет. Помимо того, что не пользуйся какими-то прежними методами, они вроде как и не помогут. Давайте совет узнаем, что скажет Таро ангелов для вас, весы. Вот такой хороший совет. Спроси у твоих ангелов, где-то прислушаться к интуиции стоит. Может быть, некоторая медитация, безусловно. Вот есть какой-то проект, которому вы должны сказать точно «да». Но, видимо, не случайно вам выпадает первая карта. Спроси у твоих ангелов, то есть поговори как будто собственной душой. Или то, что карта Солнца, то, что ты всегда о чем мечтал или хотел осуществить. Или то, какое-то твое дело, или то, что для тебя должно быть продолжено на долгий период времени. Это что-то должно быть надежное. Ты как выбираешь направление. И поэтому чему-то вы должны сказать «да». Перекладывайте на себя именно чему-то. Я не столько кому-то, посмотрите, нет этих персональных карт. Больше на какую-то вашу занятость, дело, вдохновение, творчество или какую-то задумку, мечту. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.